Добрый день, дорогие родители. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Хочется начать красивым стихотворением о Новом Годе, который у нас уже будет совсем-совсем скоро. Волшебный дивный праздник на пороге, и в Новый Год открыта уже дверь. Оставь в году ушедшем все тревоги, и только в лучшее и доброе поверь. Пусть будут дни прекрасными и яркими, и каждый новый день календаря запомнится счастливыми подарками, и каждый миг не будет прожит зря. Наши дети подготовили вам спектакль по сказке Самуила Яковлевича Маршака, который называется «12 месяцев». Это весьма неприятное занятие. Однако же, осмелюсь попросить вас начертать еще 4 строчки. Ладно уж, диктуйте. Травка зеленит, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Я напишу, только травка зеленит. Травка зеленит. Доброе утро, Ваше Величество! Осмелюсь почтительно попросить вас подписать. Еще писать? Ну ладно, ну тогда я не буду дописывать «зеленеет». Давайте сюда ваши бумажки. Благодарю вас, Ваше Величество. А теперь осмелюсь попросить вас начертать. Опять начертать? Только вашу высочайшую резолюцию на этом прошении. Что же я должна написать? Одно из двух. Либо казнить, либо помиловать. Помиловать. Казнить. Лучше напишу казнить. Это короче. Благодарю вас, Ваше Величество. Эх, и нечего сказать, короче. О чем это вы? Ах, Ваше Величество, вы решили судьбу человека, даже не задумавшись. Еще чего не могу же я писать и думать в одно и то же время. Ну и не надо. Сначала нужно подумать, а потом выписать, Ваше Величество. Если бы я слушалась вас, я бы что делала? Что думала, 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 и под конец бы, наверное, бы сошла бы с ума. Но, к счастью, я вас не слушаюсь. Давай, ну говори, ну что у вас там дальше, говорите вы, а то я целый век не выйду из классной. А смею спросить вас, Ваше Величество, сколько будет 7 и 8? Сколько? Да сколько? Какой вы любопытный человек! Спрашивает, спрашивает. Лучше сами расскажите что-нибудь интересное. Рассказать что-нибудь интересное, Ваше Величество? О чем же? В каком роде? Ну, не знаю. Что-нибудь новогоднее. Ведь сегодня канун Нового года. Ваш покорный слуга. Год, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев. Вот как, в самом деле? Совершенно точно, Ваше Величество. Месяц называется январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Подумать только, вы знаете все по именам, какая у вас замечательная память. Благодарю вас, Ваше Величество. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Подумать только! Месяцы идут один за другим. Еще никогда не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? Это невозможно, Ваше Величество. Декабрь, январь и февраль – это катание на коньках, новогодняя елка, масса
масленичные балаганы. В марте начинается снеготаяние. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. О, я и хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Я их никогда и не видела. А посему повелеваю доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит мою высочайшую волю, награжу по-королевски корзиной золота. И вам дадут за это корзину золотых! Кушай, доченька, с пылу, с жару! Мамань, а как ты думаешь, в эту корзину много золота войдет? Да, немало. А на шубку хватит? Что там на шубку, доченька? Там на целое приданное хватит. И на шубки, и на юбки. Да еще и на чулки, и на носочки останется. А давай Настику в лес пошлем. Наберет подснежников, и все тут. А ведь и вправду. А чего бы ее в лес не послать? Лес недалеко, сбегать недолго. Принесет она подснежники, мы их с тобой во дворец снесем. Ну, а замерзнет, ну, такая ее судьба. Кто о ней плакать-то станет? Ну уж точно не я. За ворота выйти нельзя. Все только о ней твердят. Работница, золотые руки, сиротушка бедная, красавица, глаз не отвести. А я чем ее хуже? Да что ты, доченька, ты лучше, моя красавица. О, явилась. Что, на дворе метет? Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дома добралась. На то и зима, чтобы метель была. Нет, такой вьюги за целый год не было, да и не будет. А ты почем знаешь, что не будет? Да ведь нынче последний день в году. Видно, не очень ты замерзла, что загадки загадываешь. Надо тебе еще кое-куда сбегать. Куда же это, далеко? Сбегать не близко, да и недалеко. В лес. В лес? Зачем? Я же много хвороста привезла. Да неделю хватит. Да не за хворостом, а за подснежниками. Вот разве что за подснежниками в такую вьюгу. А я-то сразу и не поняла, что ты шутишь. А я не шучу я вовсе. Ты что, про указ не слыхала? Ничего она не слышит, ничего не ведает. Тому, кто королеве корзину подснежников принесет, она золото обещала. Да какие же теперь подснежники, ведь зима. Весной за подснежники не золотом платят, а медью. Ну что тут говорить, держи корзинку, в путь. Темнеет уж, может завтра с утра пойти? Я пораньше встану, чуть свет. Придумала. А коль ты до вечера подснежник его не наберешь, кто нас во дворце-то ждать станет? Цветы-то к празднику нужны. Не пойду, я замерзну. Неужели вам совсем-совсем меня не жалко? Это что, мне вместо тебя в лес идти? Да ведь не мне золото нужно. А ну, платок на голову, корзину в руки и ступай. Ступай! И без подснежников не возвращайся! Ох,
Уступил, да не бывать, апрель прежде марта.
Ну, за мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль? Ладно уж, и я уступлю, спорить не буду. Если так, будь по-вашему. Не трещите, морозы, не трещите, морозы, в заповедном бору. У сосны, у березы, не грызите кору. Теперь плачь его, дайте убрать. Вихри, вьюги и бураны, разыграетесь в ночи. Снег теперь уже не тот, потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. Облака бегут быстрей, небо стало выше. Зачирикал горобей веселей на крыше. Ну, теперь ты и бери, братец Андрей. Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, влезайте, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь. И расцвел подснежник. Что же ты стоишь? Торопись, нам братья месяца сегодня часок подарили. Да как же все это случилось? Неужели ради меня звезда среди зимы наступила? Глазам своим поверить не смею. Верь, не верь, а беги скорее подснежники собирать. Не то вернется зима, а у тебя еще корзинка пустая. Да, да, бегу, бегу. Хороша девушка, добрая, лучшей хозяйки не найдешь. Ну, если по нраву она вам всем, то подарю я ей свое колечко. Уже полную корзинку набрала? Проворные у тебя руки, молодец. Да ведь их там видимо-невидимо. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу. Если бы не вы, не видать мне больше ни солнышка, ни подснежников весенних. Никогда вас не забуду. Спасибо тебе, братец Апрель. Всегда тебе радовалась, а теперь уж не забуду. А чтобы и вправду не забыла, вот тебе мое колечко. Если случится беда, брось его на землю и скажи: ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летний синий теремок осенний, да по зимнему ковру, новогоднему костру. Мы явимся тебе на выручку. Запомнила? Запомнила. Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его, меня потеряешь. Не потеряй, еще раз спасибо. А теперь послушай, что я скажу. Дорога эта заповедная. Про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Дружбой с нами не хвались. Помни, что мы тебе говорили и что ты нам ответила. Умру, а никому ничего не скажу. Прощайте, братья месяцы. Прощай, сестрица. А теперь, брат, давай-ка мне сюда пост. Пора. Говорила я вам, дайте большую корзину, а вы пожалели. Теперь пеняйте на себя, много ли в эту золото-то поместится? Да кто же ее знал, что она живая вернется, да и с подснежниками. Это дело-то неслыханное. Ума не приложу, где она их отыскала. Я гляжу, она пришла уже своя не своя, спит. А вы поглядите. Какое красивое колечко! Откуда оно у тебя?
Ну, пришла я к ней, стала будить, а она не слышит. Я ее за руку потянула, а там колечко светится. Ну, я его стянула, будить не стала. Пускай спит. Ах, вон оно что! Я так и думала, не одна она в лесу подснежники собирала. Кто-то ей помогал. Ах, да сиротка! Заметила пропажу, прячь быстрее в карман. А вы тут ничего не находили? Колечко у меня пропало. Колечко? Да у тебя его никогда и не было. Я его вчера в лесу нашла. Ишь ты, счастливая какая! И колечко нашла, и подснежники. Мастерицы искать, вот и поищи. Сестрица милая, я знаю, у тебя мое колечко. Ну не свейся ты надо мной, отдай мне его. Ты во дворец идешь, тебе там целую корзину золота дадут. Чего хочешь, того и докупишь себе. А у меня только и было, что это колечко. Да что ты к ней привязалась? Бери корзинку в руки, доченька. Пошли во дворец, нас уже ждут. Эй, погодите, матушка, сестрица. И слушать не хотят. Что же мне теперь делать? Пожаловаться. Братья месяцы далеко, не найти мне их без колечка. Вот и все, будто бы ничего и не было. Ни цветов, ни колечка. Прощай, мое новогоднее счастье. Прощайте, братья месяцы. Прощай, апрель. Thank you.
Позвольте и нас поздравить вас с Новым годом. Вы еще здесь? Здесь, Ваше Величество, так и стоим со своей пустой корзиночкой. Ах да, канцлер, насыпь себе в корзину золото, хотя нет. Говорите, где вы взяли цветы? А, ну, это место такое красивое, слова мне описать. Сугробы выше деревьев. А, и посерединке озеро такое, кругленькое, в виде тарелочки. Там и цветочки, и ягодки растут. Вот и замечательно. Сейчас же идите, ступайте в лес и принесите мне земляники. Хотя нет, стойте. Подайте ко мне шубку. И велите закладывать лошадей. Мы едем в лес собирать землянику. На снегу землянику. Это будет вроде земляники с мороженым. Едем, едем! Нельзя вашему величеству ехать! Это еще почему? Сугробы большими, большие, сами увязнут. И озеро еще при нас дом покрыло. Я вижу, вы смеетесь надо мной. Никак нет, ваше величество. Мы ничего не знаем, мы не рвали. Падчерица моя, это она негодница, она в лесу подснежники собирала. Так, получается, в лес она, а во дворец вы. Так почему же вы ее с собой не взяли? Упрямая она, ваше величество. Ну я тоже упрямая, посмотрим, кто кого переупрямит. Ваше величество, а если она вас не послушается, прикажите ей голову отрубить и все тут. Я сама знаю, кому голову рубить. Слушайте, мы все едем в лес собирать подснежники и землянику. Ох, батюшки! Представьте к ним двух, нет, четырех солдат с ружьями, чтобы эти лгуни смогли от нас улизнуть. Ой! Ну где же эти мруши, если их не будет через минуту? Здесь они приехали. Наконец-то! Ваше Величество, привела я вам свою падчерицу. Не извольте гневаться. Поведите ее сюда. Так вот ты какая красивая. Принесите-ка этой девочке шубку. Спасибо. Подожди, благодарить, я тебе еще корзину золота дам, браслету на каждый палец и алмазному кольцу на каждый палец. Хочешь? Спасибо, только мне этого ничего не нужно. Скажите, чтобы они отдали мне мое колечко. Отдайте колечко, а не то. Ну? Отдайте колечко, да поскорее, королева гневается. Красивое колечко. Откуда оно у тебя? Мне его дали. А знаешь что? Так уж и быть. Держи свое колечко, но ты покажешь место, где ты собирал подснежники. Да поскорее. Тогда не надо. Что? Надо тебе колечко? Не покажешь? Тогда ты его больше не увидишь. Говори скорее. Раз, два. Эй, снимите-ка с меня шапку.
Ваша Гриша, это недостойный поступок. Велите вернуть шубку, которую вы ей подарили, и колечко, которым она, видно, очень дорожит. А сами садитесь в карету, и мы поедем домой. Извините меня, но ваше упрямство не доведет нас до добра. Так это я упрямая! Прощайся со своим колечком и с жизнью заодно! Ты катись, катись, колечко, да весеннее крылечко, в день ты сень, в черепок осенний, да по зимнему кому, да выходи в кослу. Что? Что? Что она такое говорит? Глашенька, Глашенька, где ты? Ты гори, костер горит.
мало вешни не вари. Пусть из нашего котла по стволам пойдет смола, чтобы вся земля весной пахла елкой и сосной. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. А вы подойдите поближе, теплее будет. Смотрите, так это та самая девочка, которая подснежники нашла. Только она такая нарядная. А теперь, гости дорогие, пора мне хозяйством заняться, а вам путь дорогу собираться. Торапливайте. Мы бы и рады, да лошади наши больше лают, чем везут. Он если бы на тех белых конях. А вы попросите хозяйку, может быть, она вас и подвезет. Прикажите. Прикажите попросить, Ваше Величество. Нет, нет, не надо. Как же я у него просить-то буду? Ведь я с ним шубку сняла, кольцо бросила. Кажется, я поняла. Подвези нас, пожалуйста, мы очень замерзли. А чего же не подвезти? Конечно, и шубки дам вам всем. Прощайте, братья месяцы, не забуду я вашего новогоднего костра. А я и рада бы забыть, да не забудется. А забудется, так и напомнится. Добрый путь, желаю здравствовать, хозяин. Моисеева София, Мальчика Уланова Катя, Настя Живалова Алина, Королева Сабирова Алина, профессор Лесник Даниэль, Канцлер Лесник Ваня, Омке и Сентябрь. Январь Янушкевич Ярослав. Февраль Сычев Никита. Апрель Давмасов Никита. Март и август и первый и второй глашатые ученики 4 класса. Ученики, Парховец Евочка и Лиза Новикова. Падают снежинки прямо на реснички, падают снежинки.
Международная выставка, форум России – это демонстрация главных достижений страны. Участниками стали все 89 регионов России – федеральные министерства и ведомства, корпорации, общественные организации. Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация, наша цивилизация. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать будущим поколениям. Наш второй класс в рамках диалога культур представляет регион Башкортостан. И сейчас они вам прочитают стихотворение. Башкортостан, моя земля, бескрайние твои поля, леса, зеленые луга, как сильно я люблю тебя. В речках быстрых и глубоких течет кристальная вода. Ты колыбель для наций многих, свети и радуй нас всегда. Гостеприимная башкирская земля, народ слагает тебе искренние песни. Пока звучит курай в твоих краях, не найдешь ты на земле страны чудесней. Башкирия, привольная земля, нет лучше края для меня. И в ясный день, и в непогоду мне дорога твоя природа. Какой закат, какой рассвет, нигде на свете краше нет. В лесу береза хоровод, и пчелки собирают мед. В степях колышутся камни, коней табун вздымает пыль. Среди гор здесь города растут, народы разные живут. Нефтяные вышки вряд, на страже мира все стоят. Богатая и щедрая земля, бескрайняя Башкирия моя. Силы звезд, движения света помогли создать тот край, край загадочных рассветов, где на заре расцвел курай. В нашей школе также проводится музыкальный фитнес-час. И сейчас ребята покажут спортивный танец в рамках третьего часа физкультуры.
школа является школой с углубленным изучением английского языка, поэтому наши дети также подготовили новогоднюю песню на английском языке. Я прошу второй класс опять на сцену. Занятия каждую неделю, и некоторые из нашего класса тоже занимаются, поэтому приглашаем на сцену танцоров. Thank you.
который ставил этот спектакль, Бондарева Людмила Максимовна.